В ближайшие несколько дней мы ожидаем ухудшения погодных условий. В сегодняшние сутки у нас еще нормально, хотя и достаточно прохладно. В дальнейшем погода будет у нас ухудшаться. Завтра мы ожидаем уже осадки по территории края, в том числе и в Анапе. Притом, учитывая то, что температурный фон достаточно низкий, дневные температуры будут порядка плюс 1, плюс 3 градуса. И осадки могут быть в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ночью уже возможны и отрицательные температуры. В последующем на выходные дни понижение температуры продолжится, но здесь будет дополнительным неблагоприятным фактором усиление ветра. В районе Анапы ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. Осадки вот ждем 12-го, и потом уже следующий фронт будет ко второй половине воскресенья и в понедельник. Там уже осадки будут в виде снега у нас. Начало следующей недели даже дневные температуры будут близки к нулю и даже отрицательными. По району Анапа, Новороссийск, температура прогнозируется на уровне плюс 2, минус 3 градуса дневные. Ночные температуры минус 1, минус 6 градусов. Более-менее теплую погоду мы ожидаем уже после крещения. Будет вынос тепла, и температурный фон, по крайней мере, днем поднимется до 10-12 градусной отметки по району Анапы.